кто лучше всех поет в бывшем СССР. Певцы из Советского Союза никогда не принимали участие в конкурсе Евровидения. А вот среди бывших республик СССР этот международный фестиваль необычайно популярен. Ветераном Евровидения можно считать Эстонию. Она не пропустила ни одного конкурса, начиная с 1994-го. Тогда же дебютировали Литва и Россия, но выступали они с перерывами. Латвия впервые выставила своего участника только в 2000 году. Все остальные республики постсоветского пространства еще позже. Таким образом, чаще всего на сцену Евровидения поднимались певцы из Эстонии 23 раза, России 20 раз, Литвы и Латвии по 17. Кто лучше всех выступал на конкурсе Евровидения? Наиболее сладкоголосыми, по мнению европейцев, оказались украинцы. Украина участвует в конкурсе лишь последние 13 лет, но побеждала уже дважды. В 2004-м Руслана, в 2016-м Джамала. А еще три раза украинцы входили в тройку лучших. У России первое место лишь одно. В 2008 году Дима Билан. Однако, выражаясь спортивным языком, в их копилке наград также 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Два раза призером становился Азербайджан, а в 2011 году дуэт «Эль энд Ники» стал золотым. Эстония и Латвия, как добрые соседи, по разу были третьими и по разу чемпионами. В 2001 году отличились эстонцы, дуэт «Танел Падер» и «Дэйв Бентон», а через год Мария Наумова из Латвии. Все остальные страны бывшего СССР не поднимались выше четвертой строчки. Максимальное достижение Литвы – шестое место. Если конкурс Евровидения рассматривать как спортивное состязание, то у всех стран постсоветского пространства относительное равенство. Украина – чемпион дважды, Россия, Азербайджан, Эстония и Латвия – по одному. Остальным, чтобы сравняться с лидерами, достаточно одной победы. Абсолютным лидером Европения является Ирландия. Она побеждала 7 раз, Швеция – 6, а маленький Люксембург – 5. Так что размер не всегда имеет значение.